Благоустройство населенных пунктов остается приоритетной задачей для администрации района и глав сельских поселений. В рамках «Чистого четверга» борьба с сорной растительностью, в частности с амброзией, продолжается во всех сельских поселениях. На Трубовском сельском поселении в четверг с раннего утра приступили к скашиванию сорняков на территории парковой зоны. В этом году обилие осадков вызвало интенсивный рост сорной растительности. Администрация муниципального образования на Трубовское сельское поселение разработан план мероприятий по борьбе с сорной карантинной растительности, на основании которого ведутся ежедневные работы. Сегодня на территории поселения работают 3 человека на договорной основе по благоустройству территории. В план работы входит уборка территории всего поселения, также покос территории улиц, детской площадки, парка, дорог и так далее. Также проведена работа с руководителями организации учреждений, с населением. Развешаны объявления в общественных местах, которые призывают вовремя наводить порядок на своих прилегающих территориях. Административная комиссия в этом году с начала года составлена 18 протоколов по статье «Нарушение режима выкашивания сорной карантинной растительности». Сегодня на территории поселения проводится «Чистый четверг». Производится покос территории парка. Территория парка достаточно у нас большая, составляет 4 гектара. И за сезон необходимо выкашивать ее не менее 3 раз. В этом активно нам помогают работники культуры, библиотеки, музыкальной школы, работники пансионата, социального дома. И особенно активно в этом году участвуют в мероприятиях общества казаков. Пользуясь случаем, хочется обратиться к жителям села Натырбово и хутора Казнокужурского. Уважаемые односельчане, наводите порядок на своих прилегающих территориях, к домам, к магазинам, к иным объектам, которые имеются в вас в собственности. Благодаря только совместным усилиям, поддержкой порядка и чистоты, наше село станет краше, чище, в котором будет приятно и жить, и работать.